Девчонки, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот я снова в центре. Иду. Посмотрите, как интересно оделись две женщины элегантного возраста. Красиво, красиво. Сегодня тепло, грязь, все растаяло. Как хорошо, что я не надела новые сапоги. Все тает. Все тает и блестит. Посмотрите, как блестит все. Ой-ой-ой, что это за куртки такие поет? Они от Танта, 80-е годы, дискотека. Помните, дискотеки были в 80-х годах такие? Так, сделаю чуть-чуть стрит-стайла вам напоследок. Напоследок, напоследок. На Новый год возвращаюсь в Падва, потому что Новый год хочу провести с моей внучкой Мелиссой, моей ласточкой, солнышко. Так, вот это вот я сняла, вот этот магазин с этими ботинками, видео. Должна выложить, забыла просто. Вот сейчас вспомнила, что у меня уже есть видео этого магазина. Всем привет, это я. Привет, добрый день. Сегодня, когда проснулась, было солнышко, и прямо деревья в лесу, в горах были как на открытке зимней. Было очень-очень красиво. Так, посмотрим. Тракторы везде работают. С утра приехали, все почистили. Тракторы. Все-все почистили. Дороги. Вчера так завалило, что мы даже не выходили на улицу. Вот такие вот. Вот этот вот магазин. Маринотти. Маринотти. Мы уже смотрели, да, этот магазин, по-моему. Витрину мы уже смотрели. Это кто еще? О, мами. Я снимаю его, он снимает меня. А вот это вот Валентина, Гуччи. Одно и то же. Люджо тоже одно и то же. Та же витрина. Та же витрина везде. Так. Съемка. Очки. Ну, сегодня можно выходить. Сегодня и завтра оранжевая зона. Вот вам и Dior. Ой, grazie mille, prima vedevo lei che bella look, perché faccio blogger, molto bello. Grazie mille. Вот смотрите, елочка Dior, вся такая под снегом, пушок-пушок. Dior per sempre. Как красиво. Когда вижу Dior, хочется в Париж. В 2018 году, по-моему, последний Новый год встречали, неделю были с римлянином в Париже. Как они умеют оформлять витрины. Это было так красиво, так красиво. Я аж была в шоке. Вот стоят вот на дороге. И вот... Снежок падает потихоньку такой. Все после обеда. Весь после обеда будет снежок падать. Поэтому мы решили поехать завтра. Завтра должно быть солнышко. И не будет вот этих вот скользких дорог. Сегодня, наверное, опасно все-таки ехать по автостраде.
Ой, как холодно, девчонки. Вот бы успеть надеть перчатки. Так, куда я шла? Не могу. А, где же был магазин детский? Хотела еще раз посмотреть вот этот Монклер. Начали ли они делать? Потому что мне уже начали писать из Падова, что... Ой, елочка наконец-то в снегу. Помните, она такая куцая была. Елка наша. Вот и компанила. Сегодня народу много, потому что сегодня разрешили выходить. Всем. И, в общем, начали мне уже все бутики писать, Луиза Спаньоли, все там, что 50% распродажа, приходите. СМСки, эмейлы от всех. От всех. Так что я хочу завтра успеть немножко съездить. Завтра последний день, когда мы можем выходить. Завтра хочу успеть съездить. Хочу завтра успеть съездить в Венецию, если успею. Не знаю, успею или не успею. А потом можно будет выходить только 4 января один день. А потом опять 5-6 опять красная зона. Так, магазин был вот этот вот, Монклер. А нет, это не детский. Где же он-то был? Поэтому, девчонки, наслаждаюсь последним снежным днем в горах Кортина ди Ампеццо. Смотрите, какой сугроб. Какой сугроб. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, посмотрим. По-моему, вот это вот детский магазин. Чем черт не шутит, может, и здесь вдруг сделают распродажу. Или сперва она 12:30, наверное, заканчивается. Видите, сколько народу высыпало. Все высыпали. Вот он, Монклер висит. Розовый. Розовый Монклер висит. Но мне надо чуть-чуть еще доснять. 3 минуты доснять наших. Белочка. Церковь. Луи Виттон. Елка Луи Виттона. Вся. Ну, понаехали, видимо, на Новый год все. Оказалось, что некоторые 3-4 отеля открытые, но полностью уже забитые. Вот она, елка Луи Виттона. Потом зайду к Мартине. Засыпала все снегом. Вот такие вот дела. Жаль, конечно, уезжать, но будут с 31 по 4 января будет красная зона. Вообще нельзя будет выходить из дома. Что я буду здесь делать? В принципе, Падова как-то... Падова у нас как-то лучше в смысле контроля. Ой, смотрите, как дети катаются. Дети устроили горку в городе. Все засыпало снегом 24 часа. Посмотрим эту шубку из рыси. Рысь считается самым дорогим мехом. Ой, как в детстве прямо. Дама элегантного возраста.
Вот он, Louis Vuitton. Зайдем потом, потому что Louis Vuitton работает без перерыва, поэтому можем спокойно зайти. Выпью кофе сейчас. Посмотрим, что происходит в Армана Шервино. Спросим, сколько процентов сейчас распродажи в Армана Шервино. Вот он и кооператив, где меня остановили. Мои друзья, особенно один друг мой в мундире. Ой, Армана Шервино, все в этой красной юбке и в красной стёганке, как и была русская красавица. Красная мне напоминает русскую красавицу. Вот так вот. Вот такие вот дела. Всем привет-привет. Всем привет-привет. Вернусь обратно. Все туда-сюда ходят. Всем здоровья и добра.